Привет, друзья и гости моего канала! Сегодня я буду готовить цветную капусточку. Если вам интересно, как я ее готовила, тогда оставайтесь на канале и пойдем вместе готовить. Вначале разберем ее на соцветие. Вот так. Теперь будем ее бланшировать. В кастрюльку наливаем воду, водичку подсаливаем. Ждем, пока они остынут. Капусточка остыла, и будем нарезать ее. Вот такую вот большую будет неудобно жарить, поэтому я ее буду разрезать вот так вот вдоль. И так я буду разрезать всю остальную капусточку. А теперь готовим кляр. Разбиваем 2 яйца, добавляем щепотку соли и взбиваем вилочкой. В яичную смесь будем добавлять муку. Размешиваем, чтобы не было комочков. Без комочков готов. На сковороду вливаем масло. Порезанную капусточку я пересыпаю в тазик. И сюда же заливаю наш кляр. Вот такая вот консистенция, как густая сметанка. И все перемешиваем. Выкладываем на сковороду и обжариваем. Переворачиваем на другую сторону. Макота. Ну вот и все. Готова капусточка цветная. Выглядит шикарно. Как же я люблю капусточку цветную в кляре. Это объедение. Это просто совершенство природы. Красота и самокота, самокотища. Выключаем, подаем к столу. Красотища. Ну разве не очаровательно? Разве у вас еще не бегут слюнки? У меня уже полон рот слюней, уже хочется быстрее-быстрее попробовать. Как же оно аппетитно выглядит. Это вкуснятина. Это смакота. Ну, на этом я с вами прощаюсь и иду звать своих к столу. Всем пока-пока. Не забудьте поставить лайк, написать комментарий и подписаться на мой канал, если вы еще до сих пор не подписаны. Всем пока-пока.